сразу, не томя, цель МММ – обеспечить достойную жизнь простым людям. То есть сделать так, чтобы люди не задумывались, что они завтра будут есть, где они завтра будут жить, как они будут завтра одеваться. Самое распространенное возражение по отношению к МММ – кто будет работать, если все будут получать проценты? Вот одно из самых распространенных возражений. И вот в этом вопросе на самом деле сокрыт весь смысл, вся суть того человека, который его задает. Вот просто вдумайтесь, кто будет работать, если все будут получать деньги просто так? То есть вот эти вот проценты в МММ. Сам вопрос прямо указывает на то, что человек, который его задает, работает только ради денег. Его не интересует творчество, какая-то там польза обществу. Деньги. То есть, если человек так спрашивает, что кто будет работать-то, если мне денег заплатить, я же не пойду, мол, на работу. То есть, дай этому человеку больше денег и скажи, вот просто прыгай на месте, и он будет прыгать на месте, понимаете? Вот до абсурда, специально довожу. О чем это говорит? Это вот то самое, о чем, собственно, говорил Мавроди, что вот эта вот несправедливая финансовая система превратила людей, ну, это сродни проституции, понимаете, торговать собой. То есть, вот знаете, есть такое понятие наемничество в самом широком смысле этого слова. То есть человек ради получения денег, ради выживания готов заниматься любой работой. Ему по барабану совершенно, что он будет делать. Вы мне только платите, и чем больше, тем лучше. Все. Теперь смотрим на факты. Проститутки с OnlyFans получили денег, там за прошлый что ли год, вот недавно новость была, интернет пестрил, больше, чем баскетболисты NBA. Чего уж тут говорить про медицинских работников, простых, российских, наших с вами. Там про врачей, про медсестер, вот простых самых. Про учителей, про журналистов, которые еще помнят, что журналистика – это освещение правды, освещение фактов. Неудивительно, куда наш мир вообще погружается стремительным образом. То есть все, что говорил Мавроди, в таких переносных смыслах, что вот торговля собой, говорил он, это сродни там проституции, что это аморально. Оно уже в прямом смысле так, что вот люди, ну правильно, у людей нет денег, они готовы, вот девчонок этих можно понять, если они там покажут свои, скажем так, откровенные места, им заплатят больше, зачем надо на работу-то ходить? То есть этот вопрос, кто будет работать, если все будут получать деньги, это проблема. И проблема эта к МММ как раз-таки не имеет никакого отношения. Точнее так, МММ-то как раз-таки эту проблему решает. Опять-таки порция фактов. Есть такое понятие базовый безусловный доход. Это когда человек получает деньги просто так, как раз-таки, на какие-то вот свои базовые потребности. Ну, сразу, как пример приведу, это Арабские Эмираты, что вот люди там просто по факту рождения в этой стране получают от государства часть нефтедолларов, то есть доходов, часть доходов от проданной нефти. То есть по достижению совершеннолетия гражданин Арабских Эмиратов, у него есть деньги, которые измеряются сотнями тысяч долларов. Можете почитать в интернете, уточнить, что человек этот, вот смотрите, у него есть деньги, и какие вопросы он решает? Ну, то есть, вот, чем он озадачивается в этот момент? Как эти деньги потратить? То есть, как их инвестировать в себя? То есть, он думает над тем, где я буду учиться. Выбирает город, профессию. Причем город в мире, в смысле. Страну. Каким бизнесом он будет заниматься? Каким делом? Может, он в творчество хочет? Может, он хочет там стать каким-нибудь скрипачом, например? Или там гитаристом? Пожалуйста. Понимаете? То есть, вот он свободный человек, у него есть ресурсы, которыми он распоряжается. И посмотрите на нашего среднестатистического россиянина, вот, по достижению 18 лет. Люди ломают голову, где они будут жить, что они будут завтра есть, как вообще, что будет происходить дальше. Они вынуждены работать, хвататься там за любую работу, работают на нескольких работах, берут кредиты. И все вот эти ужасы, которые с достойной человеческой жизнью вообще ничего общего не имеют, люди воспринимают как данность, как нечто само собой разумеющееся, как нечто естественное. Это вот менталитет. Это, знаете, это есть поговорка моя любимая, одна из. Быт определяет сознание. Что вот человеку
с нашим менталитетом, ему вот скажи, дай денег. На денег, в смысле, дай денег. Скажи ему, вот на тебе деньги, там сотни тысяч долларов, распоряжайся. Он себе представить такого не может. Для него это дико. Так же, как дико для гражданина Арабских Эмиратов, что он живет в нефтяной державе, по сути, да, что он на нефти буквально живет. И он еще будет думать, там, у кого кредиты взять, где он будет работать. Да он сам создаст рабочие места, потому что у него бабок немерено. И государство с ним делится, кстати говоря, выполняет свою основную функцию. Обеспечение благосостояния жителей своей страны. Постоянно это буду повторять. Ну так вот, значит, в Соединенных Штатах проходит, по-моему, до сих пор, можете это все в интернете нагуглить, эксперимент по поводу как раз-таки базового вот этого безусловного дохода. Вот я его читал, там я даже эфир на эту тему делал отдельный, значит, там несколько семей взяли, причем таких маргинальных, скажем так, там чуть ли не наркоманы, алкаши какие-то. У нас же как люди, вот, кстати, что дай нам денег, мы все пропьем. И смотрите, что произошло. Что значит там семьям в течение там, нескольких лет, там 2 года что ли на тот момент, когда эта статья писалась, уже этот эксперимент шел. Вот им в течение там 2 лет, условно говоря, выдавали там какие-то $500 ежемесячно. Просто так, чтобы они могли, чтобы у них было что покушать, чем заплатить там за коммуналку и так далее. И что вы думаете произошло? У этих людей улучшилась жизнь, качество жизни. Потому что у них, и вот это ключевой момент, высвободилось время, которое они бы тратили вот на работу, там, на кредиты, чтобы с этими кредитами рассчитываться, там, на вторую работу, на третью, на дополнительные какие-то сомнительные заработки и так далее. Что вот человек в течение жизни просто меняет свое здоровье, там, черти знает, чем занимается. Так вот, у них это время высвободилось, и они смогли самоопределиться. То есть провели душевную работу над собой, то есть... Вот чем я хочу заниматься? Там вот прям человек один пишет, что я нашел работу по душе. Ту работу, которой я занимаюсь не ради денег, а ради самореализации. Это же самое главное. Вот об этом, кстати, обратите внимание, в современном обществе практически никто не говорит. Всех интересует только зарплата. А при этом чувствуешь ты себя реализованным, ты себя чувствуешь полноценным человеком, наполненным, что ты какую-то пользу обществу приносишь. Ведь это базовые чувства, это чуть ли не рефлексы наши человеческие, ну, грубо говоря. Это то, что делает нас счастливыми. Кстати, легко доказывается, вот огромное количество людей, у них бешеные какие-то капиталы там, а они при этом, посмотрите на их лица. Они абсолютно несчастные люди, именно по этой причине. Особенно вот это касается наших чиновников одаренных. Ну правильно, разложили страну по карманам. Они же прекрасно понимают, что они никакой пользы не приносят. Это грызет изнутри. Даже самого прожженного человека, вот даже у такого, внутри все равно тлеет. Вот это вот толика чего-то человеческого, понимаете? От этого никуда не денешься. Это то самое неосязаемое, что делает нас людьми и делает нас людьми счастливыми. То есть ощущение, что ты полезен. Вот это вот высшее я, да, что ты вот самореализован. Это не оценочные суждения о тебе, это не мнение, что о тебе другие думают. Это то, что ты сам думаешь о себе. И от этого нельзя убежать, понимаете? Как моя бабушка еще говорила, что Данечка, что там, обмануть можно кого угодно, но запомни на всю жизнь, самого себя ты никогда не обманешь. Вот так вот. В этой связи, кстати, посмотрите вот это видео с Грефом, что он там про это рассказывает, про манипуляции, что вот нельзя человеку позволить достичь вот этого самоосознания и так далее. Так вот, дорогие мои, экспериментально доказано, то есть можно сказать, что научно, потому что любая наука, она изначально строится на наблюдении, на эксперименте, на его повторении и на том, что мы получаем результат стабильный. Любая точная наука. Математика. Берем 2 спички, кладем на стол, берем еще 2 и кладем на стол, считаем 4. Все, опыт. 2 плюс 2 равно 4. Ну, это простейший пример. Точная наука. Сколько раз этот опыт не повторяем, всегда будет одинаков. То есть это и есть точная наука, она способна предсказать. И вот здесь... практически то же самое. То есть опыт, эксперимент, понятно, что здесь социология, психология, но тем не менее. Это доказывает, что у людей, которые получают вот этот вот базовый безусловный доход, то есть деньги те самые просто так, которые в возражении, я неспроста с этого возражения начал, что кто будет работать, если все будут получать деньги просто так. В том-то и дело, что работать никто не будет. Все будут трудиться. Заниматься творчеством, будут реализовывать свой творческий потенциал. И это не какая-то утопия.
Если нашу страну захватили жулики, да, и мы являемся их жертвами, а в другой стране прекрасное правительство, и там все процветает, то какая же это утопия? Это просто мы жертвы обстоятельств, и надо из них выбираться. И вот система МММ, она как раз-таки позволяет технически это все решить. Вот смотрите, объясняю все на пальцах, конкретные цифры и факты. Значит, открывайте статистику, сколько денег простых людей наших с вами, ну, нас с вами, да, в смысле, денег простых людей, наших с вами денег, лежит на банковских депозитах. Что делает банк с этими деньгами? Там космические цифры. Там я вот прикидывал, из новостей просто брал статистику, там, с РБК с какого-то, и прикидывал, открывал капитализацию наших компаний, и, значит, можно первые три по капитализации компании на эти деньги купить. То есть люди, скинувшись этими деньгами, если бы они не тащили их в банк, могли бы купить, ну, гипотетически, чисто вот по цифрам, три первые по капитализации российские компании. Это не говоря о том еще, сколько денег у людей в наличке там дома, в валюте в том числе и так далее. Теперь, что такое МММ? Это, по сути, грубо говоря, это народный банк. Вот что банк делает с привлеченными деньгами? Вот эти все триллионы там рублей, а может быть и долларов. Он их выдает другим людям, бедолагам, у которых нужда, в кредит под еще больший процент. То есть вот такие, путем таких хитрых, точнее даже примитивных, я бы сказал, манипуляций, банкир через базовую ставку завладевает денежными средствами народа, нашими с вами деньгами, и выдает эти же деньги в кредит другой части населения под больший процент. То есть наши деньги работают на банкира. И это нормально. То есть реклама банков агрессивная, это не финансовая пирамида, это нормально, так можно, оказывается, понимаете? Когда мы там кого-то, какого-то очередного паразита обогащаем, это в порядке вещей. А вот когда мы скидываемся теми же самыми деньгами и перераспределяем их между собой, получая при этом предположительно, гарантии в МММ нет, предположительно до 50% в месяц, то это уже значит пирамида, какой-то обман, мошенничество. Что это за двойные стандарты? То есть, когда деньги людей работают на самих людей, это уже что-то плохое, да? И нам об этом рассказывают через самые честные, независимые, неподкупные СМИ. Что вот МММ – это финансовая пирамида, а банк – это что-то хорошее. Так, что ли, получается? Ну, давайте посмотрим на факты опять-таки. Мы живем в сырьевой державе. По этой логике, казалось бы, у нас первая по капитализации компания должна быть какой-нибудь «Газпром», там «Роснефть». Но у нас первая по капитализации компания – это Сбер. Так где мы живем? В сырьевой державе или в лапах, в клешнях, я бы даже сказал, ростовщиков, которых не просто так все народы во все времена гнали погаными тряпками, к слову говоря. Так вот, МММ, на пальцах объясняю, еще раз повторяю, это забрать все деньги у банков и перераспределить между собой определенным образом. И таким образом обеспечить людей тем самым базовым, безусловным доходом. То, о чем я сказал в самом начале, по-простому. То есть создать для людей достойные условия жизни. Человеческие условия. Вы знаете, как Мавроди говорил? Создай для людей человеческие условия, и они будут себя вести по-человечески. То есть быт определяет сознание. Аминь. Мы можем многое.